самое важное в жизни для успеха – это ваше окружение. Потому что ваше окружение, а, либо вас тянет вверх, б, либо вас сдерживает и не дает вам расти. Прошлое окружение уже не поменять. Это то, что создало вас. А вот качество вашего будущего окружения можно сейчас создать. Каким образом? Для этого есть очень простая, несложная, но очень эффективная технология. Называется технология «Референтная группа». Мы с этой технологией работаем на семинаре «Энергия успешного партнерства». Когда я говорю про окружение, это значит те люди, которые ежедневно вас окружают. С кем вы общаетесь физически, аурически. Возможно, вы их даже не знаете, но они вокруг вас. Как вот те люди, которые сейчас вокруг меня. Кто-то из этих людей меня раздражает, кто-то меня радует. Кому-то я тянусь, а от кого-то я хотел бы избавиться в своей жизни. У нашего подсознания есть определенные свойства. Наше подсознание очень сильное и мощное, но глупое. Его можно обмануть. Можно создать некий ментальный образ своего окружения, который будет вас вытягивать. Это очень такая эффективная технология, которая работает в долгую. Сама технология очень простая, несложная. Она занимает несколько десятков минут. Подготовка к ней требует времени, небольшого, всего лишь несколько дней. Понимание, как это работает, в дальнейшем поможет вам создавать то окружение, которое будет вас вытягивать. Это ментальное окружение. Это те люди, которые будут внутри вас вытягивать вас вверх, в вашу будущую жизнь. И если вы действительно стремитесь что-то изменить в своей жизни, добиться реального успеха в жизни, затратьтесь немного своего времени, сил и энергии для того, чтобы создать свое будущее окружение. Посетите семинар «Энергия успешного партнерства». Это мое личное приглашение для вас.